Здравствуйте, дорогие друзья. Проведу я обзор ремонта кровли, который мы делаем в садовом товариществе в Подмосковье, в Павлопосадском районе. Делаю я здесь своим родственникам, скажем так, знакомым. Давайте посмотрим, как было до этого. Итак, вот смотрите, какой у нас интересный домик. Покрыто все андулином. Первая ошибка. Смотрите, ребят, как куцевато смотрится. Видите, какие маленькие свесы крыш. Они буквально сантиметров 15-20. Все портит весь вид. Здесь обкладывали каркасник. Облицовочный кирпич плюс воздушная подушка съела весь карниз крыши. Нужно было удлинять еще крышу во все стороны. А это не было и сделано. Никто не подсказал людям и так далее. И потом просто крышу, тут был старый шифер, накрыли андулином. И все. Это вот летняя кухня, будем тоже делать. Вот андулин. Его будем менять. Года 4 он отслужил. Ну, в принципе, людям не нравится. Хотят немножко покрасивее сделать. Водосточку мы оставим. Здесь аквасистем хорошее будем использовать повторно. Видите, свесы какие маленькие. Ну, куда это годится? Еще бы сантиметров 30 им. Дом как игрушка. А это кухня, хозблок. Что хочу сказать. Вот здесь у людей дорожка, брусчатка сделана где-то на метр. И хотят вот удлинить крыши на метр, чтобы здесь тусоваться, когда дождь идет. Потому что здесь вот двери, вот дождь весь хлыщет сюда. Тоже маленькие выносы. Ну куда это? А здесь вообще 10 сантиметров. Я хочу вот здесь вот людям удлинить крышу, сделать козырек тоже прямой, подшить софитом, чтобы все было красиво. Вот такие у нас дачки в Подмосковье. Ну, планировалось как летняя дача. Сейчас уже, видите, люди хотят утеплиться, может оставаться зимой. Поэтому надо, я всегда говорю, люди, надо строить всегда с запасом. То, что вас сегодня устраивает, не факт, что завтра будет так же. А мы всегда же надеемся на лучшее, правда? Вот так и нужно. Всегда надеяться на лучшее и думать о хорошем. Вот. Ну что, Вась, скажешь? Ну а что, сделаем. В принципе, сложностей по большому счету никаких. Теперь посмотрим, что внутри. У нас пирог. С чего состоит? Вась, посвети. Сейчас я зайду. Вы видали? Андулин прибивает. Какими гвоздями? Там прибит андулин. Естественно, вот сюда Вась посвети. Смотрите, рубероид. А контрабрешетки, гидроизоляции, конечно, никакой речи быть не может. Это и планировался летний дом. Так, ну это все мы будем переделывать. Вот здесь гидроизоляцию. Но утеплять будем по контурам стен. Потому что здесь П-образный каркас сложен. И вот этот участок. Потому что он является потолком первого этажа. Каркасный дом и обложили его кирпичом. Естественно, вынос крыши уменьшился за счет этого и лага перекрытия. Вот, поэтому здесь было софитом маленький вынос. Как можно это избежать? Смотрите, чтобы свес был 60, как добиться? Вот это мы удлинили доской поперечник, закрепили ее сюда. Но если продублировать стропильную балку вот на эту точку, у вас появятся треугольники на карнизе. Вот. Треугольники, которые надо будет докладывать. То есть вот эту разницу кирпичом надо докладывать. Это неудобно.
крыша будет у нас изломчик иметь. Здесь мы добьемся выноса за счет этого и обрешеткой вынесем на 60 тоже на улицу, на фронтонной части. Значит, делаем так, чтобы увеличить нам до 60, мы наращиваем вот этой доской, удлиняем в уровень и связываем это доской, отступаем, ну приблизительно надо прикинуть сантиметров 50-60 со стороны, какой вам угол надо, поположе, покруче, я такой выбрал средний, вот. И все это связываем, получается жесткий треугольник. И вот эта даже юбочка, я ее называю юбочка, она даже такую фишку придаст дому. Видите, какой он станет симпатичный. Итак, мы обрезали лис, потому что он размерен с запасом. И вот вы видите, как мы устраиваем вот эту внутренний угол, так сказать, юбку кровли делали специально, чтобы нарастить кровлю. Установили лист. У некоторых производителей вот этот узел примыкая стыковки двух листов внутреннего угла, он несколько сделан иначе. Там нужно делать угловые элементы, вставляются. И вот. Но мы сделаем по-другому, потому что мне все-таки торчащая планка на этом стыке, она не нравится. И мы покажем, как сделать этот узел. У меня глаз алмаз не волнуется. И на место стыка двух листов мы приклеиваем уплотнительную ленту псу. Таким образом, видите, как мы сделали стык. Когда мы увеличили карнизы, видите, вот так мы решили с этим треугольником сделать его таким образом. И получается, а подшито будет софитом с этой стороны. Просто можно сделать это, довести до конца, сделать объемным, такой мы называем уши или угол. Либо вот на стене. Вот. Вот капельник конденсата, лента ПВХ. Это вот хозблок. Покрыли таким образом. Итак, я забрался на верхнюю точку кровли. Можно сказать, кровлю мы, можно сказать, кровлю я покорил. Вот так она выглядит. Есть две эндовые. Мембрану мы здесь использовали Ютовек 115, так как это все-таки дачный домик такой бюджетный. Но Ютовек 115 исправится. Люди здесь планируют все равно сезонное проживание, зимой не будут, но до глубокой осени. По-моему, отлично получилось. Еще по краю мы поставим ряд снегозадержания, они подчеркнут боковые элементы. Вот, ребят, хотел посвятить одну минутку материалу, так называемому андулину. Он здесь стоял на крыше, мы его меняли. Вот простоял он, насколько мне говорят заказчик, года 4. Вот можете наблюдать, цвет его был при покупке, потому что это нахлёст листа был. Видите, как он выгорает на солнце. И края, которые находятся в желобе, особенно где сырость, глыба лежит, вот они... потом превращается как в тряпку. Поэтому, видите, вот за 4 года, что происходит с этим материалом. Подписчики, не рекомендую вам андулин. Все-таки это прессованный картон,
пропитанные материалом там каким-то водостойким. Ну, картон все равно есть картон. Это не кровля на века, это временная кровля, я не знаю. Помню, года 4 назад, 5, так его рекламировали по поводу этого андулина. Все кровли запестрились сразу андулином, а сейчас вот проходит 4-5 лет, вот что с ним происходит. Мастера, рабочие придумали название не андулин, а гандулин. Они так между собой его называют. Вот так уже края подшиты. Красота. Сразу дом заиграл. Здесь еще тоже, кстати, внутри я убедил клиента. Сначала это не планировали, тоже софитом подошьем. Потому что вагонка как-то она уже пошла волнами от влаги. Вбирает себе влагу. Вот так. Здесь угол подведен. Красиво, дом сразу так объемный стал, да? Кровля объемная стала, красиво. Устанавливаем пометки, заданные уже. Вот. Вот, друзья, смотрите. Вот такой угол. Вот уже определена точка симметричная. Красота. Итак, дорогие друзья, надеюсь, наш обзор был вам интересен, полезным. С вами была компания Кровмонтаж, я Мороз Алексей. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь. Пока!